Почти душно. Из-за защиты пошел. Он говорит, 116 ватт ламп, вот земля, вот минус провод идет. Второй провод на нижний конец. Вот сколько можно выжать из 65 ватт блока питания, 116 ватт ламп. Там буду крутить, частоту повышать. И будет трансформатор Тесла входить в последовательный резонанс. Четыре и 9 ампера потребляет. И где-то 19 вольт. Немножко выше частоту сделал. Отцеплю лампу и подключу прямо к нижнему концу. Идет на землю и на минус.
Здесь стал горячий. Частоту понижу немного. Защиту уже пошло. Такая жирненькая плазма. Ставил транзисторы для трансформатора Tesla ERF3205 и ERFZ24, кажется. У него бы спалил. Они на 55 вольт оба. А вот ERF640 он не сгорает. Вот первый ERF324 этот. Я настраивал ток побольше, и он сгорел. То есть в резонанс вводил, а второй сгорел, когда я рукой дотронулся до радиатора. Там, видимо, или как там на затвор повлияло, или может частота понизилась, и тогда ток вырос. Сгорел. Я думал, с резонансным конденсатором будет хуже гореть. Возможно, еще лучше горят. Так что у меня такое как бы удивление вызвало. Они по идее меньшим сопротивлением канала как бы помощнее, наоборот, как бы меньше должны были гореть, они наоборот лучше горят. Поэтому, видимо, нужно где-то посередине выбирать на 100 вольт этот, не на 200, не на 55, а на 100. Тогда будет баланс между сопротивлениями, между напряжением. Ну так вот, тут 53 ватт лампа, вот один конец идет, тут второй конец идет на минус и на землю. Вот как она горит. Яркость увеличила. Вот она уже, наверное, с накалом тут горит. Ну, в общем, ППД где-то, если убрать потери, то где-то, я посчитал, 10 ватт потери при 6 ампер уходит на транзистор. Потому что сопротивление его достаточно уже большое становится для 6 ампер. И еще 19
Ну вот, это ни при чем убирать. Ну еще плюс переключение потери. Все-таки 1,5 МГц. Купил радио. Она транслирует, поддерживает частоты от 3,4 МГц до 22 МГц, потом от 1600 кГц до 530 кГц, и как обычно радио от 808 МГц до 108 МГц. Вот моя станция играет. За 230 метров от того дома.